Так, вот вчера я не показывал, как мы делали рулетик. Точнее, не я делал. Ну вот. Вот такой бисквитный рулетик. Вкусный день. Сейчас позавтракаю и побегу на работу. Всем удачного дня. Хорошего настроения. Прям ступни побежали у меня. Так, захотелось попробовать. Он у нас ночь постоял в холодильнике. Надеюсь, пропитался. Так что. Вот так. Ладно, всем приятного аппетита. С добрым утром еще раз. Счастья, здоровья, живите богато.